чуть не столкнулись. Во, как она ложится в повороты. Ага. Давай, давай, крути штурвал. Вы смотрите вперед, а не под ноги. Как это на руле-то свистит? Сегодня утром выехали, немножко дождик намечался, но сейчас солнышко вышло. Неплохо так припекает. Да, неплохо, ну это точно. Да, здравствуйте. Максим, а на лодках будем кататься? Ну а что я тебе сказала? Тебе на мод? Нет. Потому что я думала, вода холодная будет. Ну, а что теперь будем делать? Народу здесь вала. Ну, тоски, да, то, что еще такая не сильно жаркая погода. Да. Больше там гуляют, наверное, которые в отеле живут. Потому что прям все затянуто было, да, это сейчас. Сейчас, если ему обрызгает кто-то будет. Ай? Ему обрызгает кто-то. А, если он ему обрызгает, да. Но Максим, если ты его обрызгаешь, он ничего. Сейчас мокрый будет. Ну что, мы их потом на пикник где-то развернем, попой к солнышку и высохнем. Мадам, надо улыбочку. Надо было. Улыбайтесь. Вас фиксируют на видеокамеру. Надо было панамку взять. Да. Лёс Китс, поехали. Как штурмит? Штурмит, мама. Нань, не пугай. Смотри, как качает нас на воде. Так классно. Так здесь даже эти весла есть. Если что. Ну вот. Сейчас сделаем крутой поворот. Дома, держи, сейчас круто поворачивать буду. Аккуратно. Сиди. У-у-у, смотри. Давай я с вами, да, она. Мухи в глаза летят. Это папа просто крутит. Просто развернулся. Он так тихо работает. Я думала, он сейчас как за это. Ты можешь каприо закрыть крышу? Не, ой, я нас... Тут и смотреть надо, стоит такой корабль нам на встречу. Ну да. Он сейчас переедет. Что, может быть, на какую-нибудь инсль поедем? Поехали, остров. Сначала его засыпем, остров.
Кораблик, да, проехал? Большой, да, какой? Мы полные нарушители. А почему? Что, мы в Гегенфортер едем? На. Он же с кораблем не стал. Ой, слушай, какая красота. У нас полный аккумулятор. А зачем тебе? Ну, я хочу. Не, на педалях я не хочу. Я хочу расслабиться, отдохнуть. Ваклись. Эмочка, не перейдет. Эмма, осторожно, а то мы тебя будем ловить сейчас, как рыбку. Вон, наш пас. Там на педали надо. Вот все хватит. Что, тебе жарко в нем, да? Все хорошо, классно. Ну так зу. Ресистен шпан, да? Ама? Против течения таким. Оп! Ты чё, прыгаешь? Она что, однёрка, что двойка? Она тут нет. А зо, так это по скоростям, что ли? Максик? Там акула. Акула там проплыла? Акула тоже летает. Смотри, не это, не перешёлась. Смотри, осторожно, чтобы она тебя не съела. Эмма, посмотри, там акулы плавали? Нету акул? Можешь перелазить аккуратно? Перелазить? Я только сумка тяжелая, я не могу ее. Прилезешь? Да. Нет, садись сюда. Максима? Эмма? Так Эмма плывет. Эмма, ты куда? Ой, смотри, она на это, с другой стороны. Эммочка, смотри. А то тебя тоже не смотрят. Да-да. Скалик аухма. Чуть не столкнулись. Теперь я. Сейчас, ну подожди, Эммочка, пускай покатается. Все, рули давай. Только смотри на этот. Ляпота. Максима, вон лодка тоже, он плывет. И налево-направо смотреть надо. Направо, да, вон туда прийти. И потом прямо. Давай. О, как она ложится в повороты. Ой, слушайте. Все, теперь. Теперь выравнивай. Выпрямляй. Выравнивай. Теперь прямо езжай. Все, вот прямо. Алло, вот там. Ой, я немножко полежу. Подохнешь? Ага. Мы куда едем? Куда ты рулишь, туда мы и едем. Куда ты нас везешь, туда мы и едем. Теперь стоп. Выворачивай обратно. Обратно выворачивай. Давай, крути штурвал.
Налево, налево крути. Да как на машинке? Куда крутишь, туда и едем. Обратно выворачивай. Стоп, 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 теперь другую Эмма. Сторону. Опять другую сторону. Все, стоп, 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 стоп. Папа, а ты что делаешь? Я ничего не делаю. Я сижу. Я знаю, что ты на рыбаках. Я сегодня как барин, меня сегодня. Тебя Максима катает. Максима, ну как, нравится? Молодец. Тебе еще капитана надо, шапочку такую. Ну я об этом, кстати, тоже подумала, кепку. Можем там по набережью поехать. Ну не так круто, меня сейчас выкинет с этого. Слушай, я сзади сижу, мне кажется, что мы быстрее плывем. Ляпота. Немножко направо. Если вы так вилять будете, нас сейчас полиция остановит и права заберет. Пристань, вон видишь ворота? Вон порошки с ними. Это мой. Нет. А комаров нету. Корабль большой. Свистунчик. Покажи папе, как у нас свистун. Я капитист. Ты капитан. Кто капитист? Пальчик убери. Так вот. Убери. Вот эта дырочка. Ты снизу держи. Снизу Оля, держи. Максима опять виляет. Ты держи его. Мне уже плохо, кстати. Уже укачало. Слушай, Максима, ты штурман, Эмма капитан. Эмма, как ты как капитан, ты должна смотреть вперед, чтобы штурман знал, куда руль крутить. Говори, Максима, налево или направо им ехать? Низу фест, немножко. Немножко, нам туда надо. Нет, ты не туда едешь, ты не туда. Слушайте, выезжайте прямо, а. Теперь вот так вот ровно оставь, пожалуйста. Давай, я тебя выпрямлю, ты будешь. Пожалуйста, Эмма. Немножко цырю. А ну быстренько отойди направо, от бортика. Тише, уточку не задави. Тише. Смотри, как она. Мы перевернулись. Уточка. Уточка. Не качайся так сильно. Оп, уточка. А чего у нее такой штабель длинный? Ну это. Порода? Скажет, ну их нахер этих товарищей. Ага. Плыла, разворачивала, косилась назад. Чуху дула. Хорошо, кстати. Вы смотрите вперед, а не под ноги. Она свистульку свою какая-то. Так это на руле-то свистит? Угу. Она заранее приходит. А пибикалки нету здесь, да? А? Пибикалки нету. Нет, пибикалки нет. А хотя... Так близко возле берега плывет. Самая большая лодка. А пока сейчас пепла.
Что у нас, как всегда, надыбало опять насекомых. Она дружит с ними. Это я. Ты? Ты сестреночки надыбала? Она вон прячется. Она это роется точно. Она под камушек роется. Офигеть, нифига себе. Точно. Стрена пытается свалить, скажет, что тут за люди пришли. Мы хотим расстелить это, наше одеяло. А. Она... Это, кстати, протеин. Нет, не да, она кусается как? Конечно, у нее зубы есть, она кусается. Давай, может, мы ее туда наверх куда-нибудь. Нет, пускай посадим. Она с нами будет, она с нами, видишь, пообщаться хочет. Я спокойно лежать не смогу, если она здесь со мной рядом будет. Ну, она с тобой отдохнет вместе, смотри, как она бегает. Я с ней не смогу отдыхать. Слушай, она сейчас убежит. Доча, нет, не трогай, сторону, не трогай. В другую сторону, мы здесь хотим одеялко. Нет, ползи, куда ты ползла? Тут-то. Налево, 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 да-да, вон туда. Но она увидела, что у тебя одеяло, и одеяло хочет. Нет, я сама на моем одеяле полежу. Ну, куда она обратно круги нарезает? Может быть, она плавать может? Может быть. Она под камень пытается закопаться куда-нибудь. Может, ее облить надо, остужить немножко. Халюха, опять. Халюха.